Ну да, ребятки, так сразу надо было и строить. Отличненько, отлично. Отлично, ребята, круто, наш мост выдержал. Ура! А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, ребятки, с вами, как всегда, Юра. И мы продолжаем играть, ребяточки, в строительство мостов. Ну что ж, погнали, посмотрим, ребятки, что нас ждет дальше в уровнях. Так, ребятки, в прошлый раз мы дошли уже до 6 уровня, открыли его, собственно. Давайте, ребяточки, посмотрим, что здесь нужно строить. Так, ну что ж, ребятки, давайте будем играть, посмотрим. Так, загрузочка идет, это просто отлично. Так, в прошлый раз мы, ребяточки, чуть не провалились, я помню, на мосте, на пожарной машине. Но в этот раз, ребятки, нужно достроить все как нужно, чтобы не было никаких у нас проблем, чтобы мы не столкнулись ни с чем. Ребята, а видите, как тут нужно сделать? Мы, оказывается, находимся на севере. И здесь очень холодно, ребятки. И между двумя айсбергами, между двумя берегами нужно построить мост. Но, ребяточки, построить его нужно так, чтобы ни в коем случае не задел корабль этот мост. Потому что повалится все, и машина с людьми упадет, и корабль разрушится и утонет с людьми. Так что нужно, ребяточки, это, собственно, и с вами предотвратить. Так, ну что ж, ребят, я предлагаю, наверное, знаете, как сделать? А, у нас есть веревка. А что такое веревка? А, все, я понял, ребятки. Я так понял, нам нужно здесь делать мост просто-напросто, ребяточки, раздвижной. К сожалению, стали еще недоступны. Понял? Ребятки, раздвижной мост нам нужно будет с вами делать. Я, правда, не знаю, как сделать раздвижной мост. Хм. Ну, мы посмотрим. Так, ребята, давайте, наверное, поставим... дорога пускай везде будет. Дорога пускай везде будет. Так, ну что, в принципе, вот так вот, ребятки. А теперь веревками нам нужно поставить... Вот так вот, веревки натянуть. Это эти веревки, ребятки, будут открывать этот мост, я так думаю. Ладно, я ничего не хочу. Давайте попробуем, что из этого получится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, мост разрушил. Вау, машина с людьми упала. Да что ж такое? Нет-нет-нет-нет-нет, ребяточки, повтор, очень ужасно. Так, ребятки, мост мой совершенно не сработал. Так, давайте нажмем на подсказку и посмотрим, что нам предлагают. Так, ребяточки, предлагают нам буквально следующее. Открыть все. Космос, забыл подсказки, уровень режима на лучшее приложение. А, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Хорошо. Показать 2-3 моста. Ну что ж, давайте, ребяточки, попробуем. Теперь давайте уберем вот эту дорогу, которую мы, собственно, с вами построили. И сделаем немножко по-другому. Сделаем вот так вот. Так и корабль проплывет, ребяточки. И машина, я думаю, проедет. А, это, ребятки, веревка, подождите. Я думал, это дорога, а мы с вами веревку начали стелить. Вот так вот, ребяточки. Я думаю, нам тут даже и веревка не понадобится. Посмотрите, как по-красивому мы с вами. Ой. Так, подождите, давайте уберем вот так вот и сделаем уже нормально, красивенько. Вот так вот. Я думаю, в принципе, ребятки, нам нужна только веревка для того, чтобы держать, собственно, этот мост, чтобы он не упал. И, наверное, вот так вот. Пускай еще будет. Ну что ж, давайте, ребятки, посмотрим. Отлично, ребятки, корабль свободно проходит. И наш автомобиль, ребятки, отличненько проезжает. Круто! Отличненько, дорогие друзья, просто супер. Так, ну что ж, ребяточки, первый уровень мы с вами прошли. Ой, шестой, то есть, ну, первый уровень в этом видео. Ну что ж, поехали, ребятки, дальше. Будем строить так называемые мосты и пытаться с ними что-то уже сделать. Так, ребятки, седьмой уровень. Так, ну что ж, ребят, поехали, давайте сыграем седьмой уровень. Пока идет загрузка, ребятки, хочу вам напомнить.
Обязательно подпишитесь на мой канал, ребятки. Если вы еще не подписаны, будет много интересного. Так что, ребятки, подписываемся и комментируем мои видосики и ставим, ребятки, лайки. Треугольные конструкции очень устойчивые. Понял, хорошо, ребятки, посмотрите, здесь нужно построить треугольную конструкцию. Только как это сделать? Я уже, ребят, совсем не пойму. Так, привязать надо нам. Ну что ж, здесь будет, ребяточки, дорога, я так понимаю. Вот так вот. Вот это будет дорога идти. Я так думаю. По крайней мере, мы так планируем. Так, воздушный шар будет держать дорогу. Дерево будет держать здесь дорогу. А воздушный шар будет держать все остальное. Так, но я думаю, одной веревки мало будет. Пускай еще будет веревка здесь. Вот так вот. Ну что ж, ребятки, поехали. Вау! Машина, ребятки, мост провалился. И машина упала. Так, ребятки, хорошо. А она упала, потому что там абсолютно ее ничего не держит, да? Я так думаю, да, ребят. Давайте, наверное, веревки везде. Бюджет превышен, ребятки. Хорошо, поехали. Поехали, так нормально будет, я думаю. Вау! Давай, доедь! Вау, чуть-чуть! Все, понял, хорошо. Смотрите, ребят, значит, нам нужно сделать буквально следующее. Убрать, наверное, веревку здесь и поставить ее вот здесь вот. И посмотрим, сможет ли. А серединка не провалится у меня, да, ребят? Воу! Нет, так еще хуже, ребятки. Все, провалилась, машина повисла, ребятки, на воздушном шаре. Так тоже никуда не годится. Давайте, ребятки, значит, лучше знаете, что сделаем. Пускай все будет как было. Вот так вот. Наверное, вот. А тут тогда провалится. А не провалится, потому что мы сделаем из бревен еще. Такие вот опоры. А мне не хватает денег. Ну, одна опора из бревен, хорошо. И вторая. Так, подождите, давайте бревна, наверное, поставим вот так вот. Теперь не должно быть проблем. А, ребятки, превышен лимит. Ну что, там, в принципе, нормально. Здесь вот... Вот, давай. Ай-яй-яй, ребятки. Ну что ж, посмотрите, нам осталось, ребятки, придумать просто, как в конце нам выжить. Вот и все. В принципе. Здесь держит. В принципе, вот так вот, я думаю, может. Одной балки, ребятки! Одной балки, ребятки, буквально не хватает, чтобы мы с вами начали превышен бюджет. Вот так вот, что ли, сделать, а? А, это доски, ребят, подождите. Так, давайте, наверное, поставим веревочку вот здесь вот. Вот так вот. Теперь посередине могу провалиться. Вау! Опять, ребятки, так, подожди. Так, посередине, вот эта середина, которая, не, собственно, и не дает, да? Угу, хорошо. Давайте с вами... Ага, уже бюджет превышен. Давайте, наверное, знаете, как с вами сделаем, ребят? Пускай веревка держит одна. Остальное мы с вами построим из досок. Я так думаю. Так будет намного прочнее и дешевле. Наверное, так сразу надо было и строить, ребят. Ну что ж, поехали. Ну да, ребятки, так сразу надо было и строить. Отличненько, отличненько. Прошли мы этот уровень, ребятки, и продолжаем нашу игрушку дальше.
Так, ну что ж, далее продолжаем нашу игрушку, ребятки. Открылся у нас 8-й уровень, и это, ребятки, просто замечательно. Так, ну что ж, продолжаем играть, ребятки, 8-й уровень. Дорогой друг, обязательно подпишись на мой канал, поставь пальчик вверх и оставь какой-нибудь комментарий, мне будет очень приятно, ребятки. Так, ну что ж, давайте. Ждем загрузочку и поехали. Так, ребят, ого, здесь уже довольно-таки сложновато, ребятки. Посмотрите, надо, чтобы скорая помощь перебралась на второй берег. Хорошо. Значит... ага, у нас даже веревка есть. Хм. Я думаю, она нам не понадобится. Давайте строить, ребятки. У нас бюджет 3700. Давайте просто сделаем ровную дорожку, да и все. Что тут? Вот так вот, раз, хоп, делаем вторую. И теперь еще раз. Так, все отлично. Так, теперь что нам нужно? Что будет держать, да, собственно, эту дорогу? Эту дорогу, ребятки, будет держать дерево. Вот, вот такие балки деревянные. Вот так вот мы их будем, ребяточки, ставить. Вот так вот. Вот так вот, ребятки, вот так вот, вот так вот, и вот так вот. Я так думаю. Так, давайте еще одну вот сюда, вот, вот сюда, вот, вот сюда, вот. Вот сюда, вот давайте, давайте побыстрее, хочется же вот так вот. Так, отлично. Так, берем вот так вот. Так, ребятки, скоро уже будет бюджет превышен у нас. Нужно, ребяточки, смотреть внимательно за ценовой политикой, которая у нас здесь выставлена, собственно, в игре. Вот так вот, уже 2900. Так, ребятки, подождите, что-то я тут надуплил такого. Вот так вот. Вот так вот. И теперь вот так вот. Вот все, хорошо. Так, уже, ребятки, 3200. Угу. Уже ценовая политика довольно-таки большая. Так, ну что, в принципе, достроили, ребятки. Поехали. Теперь погнали. Так, ну что ж, давайте. Поехали. Отлично, ребята, круто, наш мост выдержал. Ура, победа. Вот это круто. Так, ну что ж, дорогой друг, на этом, наверное, мы сегодня наше видео будем заканчивать. Если тебе понравился мой канал, поставь пальчик вверх. Если тебе понравилось это видео, тоже ставь пальчик вверх. Подписывайся на мой канал, я жду от тебя прекрасных комментариев. А ты был на канале Вечное Детство, с вами был, как всегда, Юра. Пока-пока, до скорых встреч в следующих моих крутых видосах. Пока-пока.